Всем привет, друзья! Меня зовут Алексис, и добро пожаловать на мой новенький видосик. Сегодня мы с вами поиграем в такие игры, как Бравл Старс, Ассасин, Ship On, Stick War Legacy, Archer 2, Happy Wheels, Ice Cream 3, это, кстати, новый Ice Cream, друзья, недавно вышел, и Angry Birds. Но перед началом просмотра я буду тебе очень сильно благодарен, если ты поддержишь меня своим крутым лайкусиком и подпишешься на мой канал. Ну а начинаем мы, в принципе, с последней игрушки Angry Birds. В Angry Birds я когда-то играл, но именно в Angry Birds Rio я не играл. Так, ладненько, нажимаем на ту галочку. Ну давайте мы, наверное, их выбьем, да, для начала. Вот так. Оп! Есть, есть, я освободил две птички. Так, нам еще нужно освободить вот этих вот птичек. И мы с вами, в принципе, освободили всех птичек. Это, наверное, какой-то бонусный уровень. Самый первый. Так, я еще могу что-то делать или нет? Я еще могу. А нет, больше, оказывается, ничего не могу. Ладненько, ребятки, проходим тогда дальше. Нам нужно с вами освобождать птичек здесь, да? Прикольненько, прикольненько. Давайте мы их освободим, что ли. Так, этих, в принципе, мы освободили. Еще там вот одну птичку нужно освободить. Ой, что-то я, короче, нажал, не знаю. Оп, она сама освободилась, да, по-моему? Нацеливаемся, и сейчас будет выстрел. Бум! Так, ничего себе, с первого раза почти всех освободил, да? Так, сейчас чуть пониже нужно. Вот сюда вот выстрелить. Есть! Мы, друзья, с вами освободили следующую птичку. Давайте еще несколько карточек поиграем и приступим к следующей игре. Может быть, не знаю, ребятки, кому не нравится эта игрушка, не закрывайте это видео раньше времени. Еще впереди нас с вами ждет целая куча интереснейших игрушек, особенно Ice Cream 3, друзья. Это новая игра. Будем ее играть, в принципе, с вами первый раз на этом канале. Так, и... Есть! Прям прямое попадание! Это было мега-мега круто, друзья. Давайте вот так, еще последняя миссия. Вот, последняя миссия. И играем с вами в Бравл Старс. Давай быстрее загружайся, там мне просто очи засчитали, да. Очи засчитали за птичек. И у нас последняя миссия. Ну, мы сейчас ее прям быстренько пройдем. Вот так вот бьем сюда, освобождаем этих две птички. Давай, освобождайтесь, есть. И сейчас чуточку повыше нужно ударить. Вот как-то... Так вот, иху, все, эта решетка упала, и птички освободились. Ладненько, друзья, приступаем к следующей игре, будем идти вот уже с самого начала. Это у нас Бравл Старс. Первую катку мы с вами сыграем за Дэрила, в последнее время он мне очень сильно понравился, и получается, если я возьму первое место, я заработаю 10 кубков и выбью себе вот эту вот штуку. Ладненько, друзья, начинаем, будем играть, в принципе, в одиночное столкновение. В парные столкновения я, друзья, никогда не играю, я играю только в одиночные столкновения, потому что может быть такое, что может попасться какой-то нубик на пример, а зачем мне эти нубики, да, зачем с ними играть? Так, ну ладно, в принципе, тут первая жертва уже у нас будет. Вот, друзья, например, нубик, как вот эта вот девочка. Ой, девочка. Это, в принципе, может и парень играть за этого перса, да? Так, ладно, ладно, давайте мы сюда вот к нему подбежим. Вот так вот, опа, и уничтожим его. Так, тут еще ультра-энергия, да, мега-сила сейчас будет. Баночка, все, у нас есть с вами баночка. И теперь можно еще кого-то уничтожить. Например, Розу, почему бы нет? Розу мы с легкостью с вами уничтожаем. Забираем две банки, у нас просто есть суперсила. О, Шелли, до свидания, Шелли. Друзья, мы с вами просто тащим, реально тащим, короче, всю игру, да? Ну, как бы мы только начали. Ну, надеюсь, что я, в принципе, эту игрушку выиграю, эту катку. И потом еще и вторую катку выиграем. Так, 4 бойца еще осталось. Только где они, а? Где они все прячутся-то от меня? А, вот где они. О, ничего себе, у нее тоже ульта. Ай-яй-яй, там еще медведь был, блин. А у медведя тоже была, получается, способность, да? Ну, ладно, мы, в принципе, друзья, с вами... Взяли второе место. Второе место — это тоже хорошо. Мы с вами уже до 10 ранга подняли. У Рика — это один из любимых моих бойцов. И Дэрил. Вот они мне очень сильно нравятся. Особенно вот его ульта вообще бомбезная. О, это что такое? Это легендарочка? Эй-эй-эй, ты что, хочешь сразу на меня напасть? Есть, я его затащил. Я уничтожил этого легендарного бойца. Это Сэнди, по-моему, был, да? Легендарный боец Сэнди, который страдает... По-моему, там каким-то недосыпом вечным, да? Так, ладно, друзья, очень опасно, в принципе, разбивать эти штуки, потому что тут угарный газ, но мы с вами рискуем. Мы с вами рискуем и разбиваем эти штуки. Давай, 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 еще один разочек. Ой, если погибну, будет все очень плохо, друзья. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, тысяча здоровья. Капец. Еще бы один разочек, и все, и мне хана. Зачем я вообще так рискую? Я не понимаю, ребята. Ну, что не сделаешь ради кубка вот этих вот. О, кстати, этот кубок тоже можно забрать, эту баночку. Все, забираем халявную баночку. Ого, ничего себе! Вот там, конечно, махач происходит. Так, этих нужно добить, ребятки. Добиваем их. И ультой, ультой, конечно же, своей. Давай, 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 давай. Так, Эль Прима, до свидания. Так, того чувака сейчас тоже добьем. Так, две банки. Ой, это у нас Нита. Нита еще и прокачанная. Так, ладно, Бульчик, иди, короче, разберись с той Нитой. Я пока что не хочу с ней сражаться. Я хочу хоть во второй катке взять первое место. Там он где-то вот там вот сражается. Друзья, мы с вами должны взять себе Energy. Потому что второй раз я вот так вот не проиграю Нити.
Так, вот она осталась, ребятки. Так, 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 так. И ой, мы можем их добить, в принципе. Ладно, давайте мы тогда Була добьем. У него просто меньше здоровья осталось. Но мне кажется, что Нита, она сильнее, чем Бул. Поэтому, наверное, что все-таки Ниту нужно добивать. Вот так вот, хоп. Давай, 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 давай. Есть. Короче, Ниту мы с вами... А, тут еще медведь! Чего? Я его не заметил. Ребята, это как вообще? Капец, вторая катка и... Второй раз мы взяли с вами второе место. Ладно, друзья, давайте мы с вами еще одну карточку сыграем, но только мы с вами заберем сейчас эти вот штуки и дадим, знаете, кому? Дадим мы Булу. Да, из-за Була мы, короче, это какая-то звездная сила, да? Из-за Була мы сейчас постараемся выиграть. Не знаю, короче, что я ему дал, но, короче, так, выбираем Була, друзья, последняя карточка. Я надеюсь, что я выиграю именно вот сейчас вот. Я надеюсь, ребятки, на ваши лайки. Если вы поставили свои лайки, то я обязательно выиграю третью катку, наконец-то. Наконец-то выиграю, потому что, ну, что это такое? В этом ролике что, ни одной победы не будет? Или что? Так, ладно, давайте подойдем вот сюда вот. О, спасибо, спасибо. Давай я добью все-таки эту штуку и заберу эту энерджи. Так, он у меня зацелил. Ну, да и ладно. Мы с вами подходим сюда и лутаем следующий сундучок. Все, здорово. Там уже осталось 9 бойцов. Давайте мы кого-то постараемся уничтожить. О, пчелка. Пчелка Жужу. Пчелку Жужу можно уничтожать, друзья. Уничтожаем ее. Давай, давай, давай. Есть. Все. Ну, я не знаю, почему я ее назвал пчелка Жужу. Просто захотел и назвал. Но это не пчелка Жужу. Не-не-не, ребята. Вы что, это, в принципе, мощный боец. Это, по-моему, Би какой-то, да? По-моему, да. По-моему, Би. Ладно, друзья, 6 бойцов осталось. Давайте бежим на центр. О, Энерджи, Энерджи, Энерджи. Быстрее, быстрее, забираем его. И все, бежим. О, я зверь, я зверь. Я всех уничтожу. Я всех уничтожу на своем пути. Он сразу от меня убегает, потому что... Ой, вот его тоже банка. Ребята, нет. Что? Left 2 бойца. Да, печально, печально. Мы взяли с вами сейчас вообще не второе место, а третье место. Ну да и ладно, в принципе, мы прокачали Була. Друзья, давайте будем приступать к следующей игре, которая у нас идет по плану. Это Ассасин. В этой игре мы с вами дошли уже до 17 миссии. Еще пройдем, ну не знаю, миссии 5, может быть больше, посмотрим. Тут, короче, уже по 4 бойца, ребята. 4 бойца меня уже ищут. В принципе, так, давайте мы этого уничтожим, и будет уже двое. Так, они... Вот тут вот сидят. Ну, ладно, ладно, пусть они там сидят. Мне просто нужно ключик найти. Так, за ключик. А, тут ключика нету, получается, да? Ладно, давайте со спины тогда зайдем. Вот так вот. Оп, до свидания. Все, мы, в принципе, с легкостью разобрались с этими чуваками. А давайте мы следующую миссию пройдем с вами чуточку побыстрее. Да, не за, например, не за 20 секунд, а за пару секунд. Так, оп, все, спрятались. Отлично. Так, сидим тут. Оп, следующая жертва есть. Еще 2 бойца. А вот и ключик, ребятки, видите, вот тут уже есть ключик у нас. Здорово, здорово. Так, давай, чувак, подходи сюда. Так, куда он пошел? А мы со спины зайдем. Да, в принципе, эту катку, друзья, мы с вами очень быстро прошли. Давайте будем все катки стараться проходить максимально быстро. Мне нужно еще 2 ключика, чтобы там какие-то бонусы себе повыбивать. О, 2 жертвы. Оп-оп-оп-оп, есть, есть. Ну, я подбит, ребята, я подбит. Если у меня еще разок зацелят, все, я проиграл, считай, что... Оп. Так, сидим здесь. Мне нужно взять ключик. Ребята, я хочу взять ключик, а потом мы с вами уничтожим того последнего. Так, и есть, все, готов. Но если бы еще один разок по мне поцелили, я бы проиграл. Так, 20-я миссия. А, это бонусы, ребята. Ну, люблю я такие бонусы, конечно, смотрите. Оп, вот это жесть. Прям супер, какой приятный. Это как, знаете, как антистресс. Какой приятный звук. Все, 30 бойцов мы с вами уничтожили. Это был 20-й бонусный уровень. А тут был ключик, интересно, или нет? Ну, короче, вот, сейчас мы, друзья, с вами ключик возьмем. В принципе, так. Мы с вами обязаны взять этот ключик. Привет. Так, все. Ой-о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 й. Убегаем, убегаем. Стоп, давай вот тут вот подождем. И сразу всех троих. Вот так. Оп. Эпично. А, 5. Уже 5 бойцов. Ничего себе. Друзья, с каждым разом все больше и больше бойцов или что? Я не понимаю. Да, реально, с каждым разом все больше и больше. Ну все, в принципе, мы с вами сейчас подкрываем себе что-то этими ключиками. Давайте, давайте, подкрываем ящики какие-то. Так, лучший приз это этот вот скин, но мы обязательно должны с вами его выбить. Ага, блин, не повезло, не повезло немного. Ну да и ладно, давайте пройдем еще с вами, ну буквально 1-2 миссии и приступим к следующей игре. Так, давайте мы этого сразу подрезаем. Оп, есть, 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 есть. Отступаем, идем, берем ключик. И всех вот так вот. Опа! Вот это было мощно вообще, ребята, в это видео. Так, и последнего, где он? А, вот где он сидит, да? Прячется тут от меня. Ну все, друзья, мы с вами проходим эту миссию, и давайте приступать к следующей игре. А дальше у нас по плану, кстати, новая игра, друзья, которая называется Ship On. Хорошо, так, меняем местами. Почему еще идет подсказка? Мы, получается, с вами разрушаем эти штуки, вот, видите, вот они падают, и волки прячутся от нас, да?
Но, блин, да я так знаю, что тут нужно нажимать. Я не люблю эти подсказочки. Так, тут просто нужно немножечко подумать. Все, первого волка мы с вами сдавили. Так, дальше, дальше. Да, капец, не подсказывайте мне. И мне не нравятся эти подсказки. Так, а, стоп, 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 стоп. Так, 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 давайте подумаем теперь. А, красненькая подсказочка, да, тут подсказка. Блин, тут очень много подсказок, мне это не нравится. Ладно, следующая миссия. Кстати, очень прикольная игрушка, вообще задумка безумно крутая. Так, мы сейчас уничтожим с вами следующего волка, подбегаем к нему. Сейчас будем разбираться с этим волком. Кстати, 10 энергии мы с вами тратим, получается, наверное, за каждый бой. Я надеюсь, что сейчас подсказок, друзья, не будет. Итак, да, скорее всего, что сейчас уже их не будет. О, мы так быстро задавили с вами этих волков. Так, прикольно, если мы вот так вот делаем. О, хрюшка. Так, а вот, вот так вот. О, это какой-то бонус, ребятки, реально. За хрюшек нам дают какие-то бонусы. Прикольно. И последнего волка мы тоже с вами уничтожили. О, что-то попадало. Уже какие-то, смотрите, курочки падают, волчата падают. Вернее, собачки. Против волчат мы сражаемся. Ребятки, давайте еще вот так. Последняя миссия. Так, мы с вами проходим все на грейд. Ну, по-другому просто нельзя, да. Но этих волков мы с вами уничтожили, да. А с кем мы будем дальше сражаться? Все. Кто дальше реально наш противник? А, дальше мы проходим в следующий уровень, да, получается? Давай-давай, барашка, беги туда. Быстрее-быстрее. Так, все, давайте на стрелочку показываем. И наша барашка подбегает сюда вот. И тут, короче, новые волки. Отлично, отлично. Сейчас мы еще и с этими сразимся на изи. Было бы прикольно, чтобы еще, знаете, волки, в принципе, как-то атаковали. Но тут атакуем только мы. Волки могут только... сидеть и ничего не делать. Так, короче, вот так вот, бу-бум. О, прикольно, прикольно. Так, дальше что мы меняем? А если вот так вот? А, вот так не меняется, да, к сожалению. Так, ну зато вот так вот меняется. Хорошо, хорошо. Так, НЛО. Ого, что-то оно делает, смотрите. Блин, не, реально, друзья, реально очень крутая игрушка. Мне капец, как она нравится. Так, все, сейчас минус волчонок будет. Еще чуть-чуть и будет минус волк. Вот так мы делаем. Смотрите, прям три волка придавило. А, есть... А, так нельзя делать, я понял. А вот так вот. Так можно делать. И вот так вот можно делать. Все, до свидания. Мы всех уничтожили? Да, ребята, мы всех с вами уничтожили. Ладненько, приступаем к следующей игрушке. Это у нас Tic War Legacy. Кто же на этот раз будет нашим противником? Давайте посмотрим. О, кстати, мне нравится этот режим, когда золото находится на нейтральной территории. У нас, в принципе, мало денег. Да, у нас очень мало денег для того, чтобы там... сражаться с этими бойцами. Давайте мы, знаете, что с вами сделаем? Давайте мы чисто вот так вот один разочек сделаем. Просто не хочу, чтобы поперебивали моих бойцов. Это получается, типа, помощь зала такая вот небольшая. Так, давай, 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 атакуйте их. А потом, ну, как бы больше мы ничего, друзья, с вами не будем использовать. Грубо говоря, так, вначале немножечко считерили и хватит. Так, давай, моя армия, в бой. Сейчас она их отгонит, да, она их отгоняет. Они уже убегают. Ну да и ладно, пусть убегают, но мы с вами, в принципе, рекрутируем себе новую армейку. Вот эту вот. Потом гигантов повызываем. Ну, в принципе, вот эта вот пехота, она очень сильная. Да, она безумно сильная, эта пехота. Смотрите, как она валит эту вышку. Ой, да не может быть. Я, наверное, эту катку очень быстро завершу, мне кажется, ребята. Даже очень быстренько. Так, давайте мы будем, в принципе, лучников возводить и вот эту вот пехоту. Кстати, вот мой легионер, он немножечко отличается от этого легионера. У этого, получается, щит немножко прокачанный. Так, ну все, этим легионерам, в принципе, хана. Их уничтожит. Так, мы должны с вами им помочь обязательно. Все, копатели теперь снова идут. И мои лучники сейчас с ними постражаются. Давайте, лучники, выносите их. Неужели мне придется брать еще одну помощь зала? Ладно, друзья, давайте берем еще одну помощь зала. В бой моя Спарта, потому что вот эти вот сейчас чуваки поперебивают моих всех лучников. Давай, 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 спартанцы, в бой. Я, друзья, гигантов не вызываю, хотя, в принципе, я бы мог вызвать гигантов, и они бы просто разобрались бы на изи со всеми. Но я этого не делаю. Я хочу, чтобы бой был более-менее честный. Играю я с компьютером, но уровень сложности у компьютера безумно сложный. Поэтому, друзья, ну вот как-то так, видите, у них уже легионеры. И довольно-таки сильные легионеры, как мне кажется, даже очень сильные. Сейчас, короче, мы с вами гиганта себе вызовем. А хотя нет, давайте будем таких вот меленьких вызывать. О, сейчас, короче, будут эти стрелы, да, Archer on Fire. Так, еще, кстати, ой, давайте я эту музычку скручу немножко, потому что она так кричит громко, капец. Мне немножко это напрягает, мне не нравится эта музыка. Так, тут... лучнички валят по башне. Все, друзья, это, в принципе, победа. Это была такая легкая каточка. Безумно легкая катка. Добивают мои лучники эту башню. В чем прикол, что когда остается вот так вот мало здоровья у башни, обычная пехота начинает бить вражеских бойцов. Вот единственное, кто продолжает бить по башне, это лучники.
Вот смотрите, видите, они себя бьют по башне, они продолжают гасить по ней. Ну, конечно, они сейчас добьют этого чувака и будут продолжать бить по башне. Давай, 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 быстрее. Ну же, за последние денежки покупаемся еще лучников. Давайте, нацеливайтесь уже на башенку. Тут еще осталось совсем немного, несколько выстрелов. Неужели у нее восстанавливается здоровье? Все, друзья, есть, это победа. 2 минуты, вот реально, 2 минуты мы с вами дольше не играли. А ну, даже может быть еще меньше. 3 минуты, ничего себе, это было довольно-таки долго, ребятки, мне кажется, даже очень долго. Ладненько, у нас, в принципе, по плану следующая игрушка, это The Archers. Смотрите, друзья, что здесь нужно делать. Здесь нужно стрелять из лука и желательно попадать. Чего? Я уже 3 раза выстрелил, 4 раза, и еще ни разу не попал. Ай, капец, блин, да что такое вообще? Друзья, реально ни разу не попадаю. Это просто что-то с чем-то. Смотрите, о, разок попал, здорово. И у меня тоже разок попали. Есть, прям хедшотик сделали с вами. Фу, хорошо, мне это понравилось, понравилось. Так, теперь, оп, есть, в ногу попал. Жалко, что тут градусов никаких нету. Чего, я проиграл? Почему тут так быстро проигрывается вообще-то? Я не понимаю, если честно. Так, все, мы с вами этого уничтожили. Я хотя бы первый уровень пройду или нет? Так, в ногу попал, но за ногу ничего особо не дают. Блин, возле головы прошло, ребята. Капец. Так, давай, давай, давай. Есть, еще один разочек, давай, давай. Давай, давай, есть. Подбили его, друзья, 3-го бойца нужно сейчас уничтожить. И мы с вами, по идее, пройдем эту миссию. Так, хорошо, хорошо. Главное, чтобы компьютер не начал в меня целить. Есть, есть, друзья, мы с вами проходим хотя бы одну миссию. Как же я рад. Интересно, за эту миссию мне дадут какую-то энергию? Потому что, смотрите, у нас за каждый бой отнимается по 50 еды. Ребята, по 50 еды, вы представляете? Это, грубо говоря, несколько каточек. Ну, там, не знаю, 20 каток и все. И мы больше не можем играть. Наверное, нужно еду эту покупать или что? Так, еще один разочек. Давай быстрее. Давай быстрее в голову. Давай, есть. Мы его подбили. Следующий боец. Мы быстро, просто быстро в него стреляем. Если, конечно, делать хедшот, это намного лучше. Потому что с хедшота мы с первого удара уничтожим. О, ничего себе, это что, бежит на нас кто-то, ребята, нас кто-то бежит. О, мы его захедшотили. Это что-то новенькое реально было. Мне это нравится, мне это нравится. Вообще люблю, когда игры усложняются с каждым разом. Так, давай, есть, по ноге попал. Сейчас, оп, блин, возле головы прошло. А сейчас, есть, в шею, прям в шею, ребята. И повторный. Мы с вами проходим, в принципе, 2-й уровень, как мне кажется, да? А хотя нет, еще не проходим. Угу, прям в шею, ребятки. Вот это я начинаю уже, в принципе, попадать, мне кажется. Так, в ногу попал. В ногу как бы мало урона наносится, но все равно какой-то урон наносится. 3 раза нам с вами нужно попасть, получается, в нашу жертву, да? Так, снова в ногу попали. Так, в грудь и... Есть, 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 в голову. Все, 2-я миссия пройдена. Можем, в принципе, пройти с вами еще 3-ю миссию, постараться пройти 3-ю миссию, либо 1 жизнь потратим. Так, короче, посмотрим, ребятки. Так, есть. Ох, смотрите, как я четко попадаю. Это хедшот вообще, друзья. Просто на изи. Так, возле ноги прошло. Блин, малеха высоко. Что-то я плохо целюсь в последнее время, да? Я же в голову попал. Что за приколы? Все, до свидания, чувачок. А, там вот резко появляется следующий боец, да? Так, по ноге. О, тут еще на меня бежит, кстати, боец. Так, этого нужно уничтожить. Ой, есть. Захедшотили, ребятки, захедшотили мы его. И теперь этого еще нужно захедшотить. Чего? Как вообще так? Как вообще я так круто играю, ребята, в эту игру? Смотрите. Ну реально, прикольная, конечно, игрушка такая вот простенькая. Вроде бы графика такая не совсем приятная для глаз, но сюжет мне нравится. Задумка вообще прикольная, что там солдаты бегут. Вот тут, смотрите, уже по 2 бойца, в принципе. Так, тому в ногу попали и тому в ногу попали. Блин, что-то я только по ногам им попадаю. Так, одного мы с вами уничтожили. Второго мы сейчас тоже добьем, давай. Есть, захедшотили, ребята, мы с вами проходим эту миссию. Мы с вами просто нереальные лучники. Ладненько, давайте тогда приступать к следующей игре. Это у нас Happy Wheels. В прошлый раз мы с вами остановились, получается, на 1-х 3 миссии, поэтому сейчас у нас, ребятки, 4-я миссия. Так, окей. А, если я ногу сломал? Что? Что это такое вообще? Эта штука засела у меня в ноге. Так, ребята, мне нужно как-то спасать себя. Я не понимаю вообще. Я не понимаю, как тут дальше играть. Смотрите. О, жесть. Я сейчас, наверное, уничтожу этого чувака. Мне кажется, что полностью сейчас я его уничтожу. Ладно, как тут повторить? Как повторить миссию? Так, repeat, resume. А вот, restart level. Все, хорошо. Погнали. А, блин, нужно было на кнопку, наверное, нажать. Ребята, да, наверное, что нужно было нажать на кнопку. Давайте мы еще раз это сделаем. Так, нажимаем на эту кнопочку. Нажимаем. И что происходит? А, теперь пропеллер нас подталкивает. Стоп, там... Там было типа стоп. О-о-о-о-о-о-о. Мясо, ребята, блин. Какая же это прикольная игра. Тут такое мясо вообще. Это просто жесть. Ладно, давайте теперь будем следить за этими знаками. Так, а, slow, slow. Тут нужно
Легонько, да? Тут нужно особо не газовать. Так, все, мы проезжаем дальше. Тут тоже нужно слоу. Так, хорошо. Нажали на эту штуку. Стоп, 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 стоп. Теперь вот в эту вот сторону. Прям по знакам едем, друзья. По знакам едем. Ой, это прикольная штука. Смотрите, подталкивает нас. Подталкивает. Оп, стоп. Наверное, что нужно было нажать на эту кнопку. Короче, ай, я на нее не нажал. Что? Ого, это уже что-то новенькое. Интересно, а можно там другую машинку выбрать себе какую-то? Просто мне не нравится вот это вот, если честно. Так, куда мне нужно падать? Наверное, сюда. Посмотрим. Ого, ничего себе, это что за трамплин? Оп, головкой ударился, но не сильно. А сейчас было сильно. Это, получается, какие-то динамиты, да? Ладно, на них, значит, не нужно натыкаться. А если я сюда вот упаду сразу? Оп, а, тут будет сразу динамит. Оп. Надеюсь, что с третьего раза у нас все получится. Чуть не врезался. Так, а если мы с вами сделаем, знаете как? Будем чуточку медленнее это все проезжать. Так, подъезжаем сюда, вот сюда, 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 сюда. Опа! Бум! Блин, да что такое-то? Так, сейчас будет еще одна бомбочка, по-моему, да? Так, сильно не газуем, прыгаем, пропрыгнули мы ту штуку, да? Так, а то мы можем вот так вот открыть. Так, а что тут у нас? Что у нас здесь? Давай, сгибайся, сгибайся. Нужно, наверное, с разгона это сделать. Давайте с разгона это сделаем, так. Опа! Шею сломал! Как? Как вообще? Блин, ну да и ладно, ребята, ладно, приступаем к следующей игре. Это у нас получается уже последняя игрушка Ice Cream 3. Друзья, я уже, в принципе, разок играл в эту игрушку на своем основном канале. И тут получается, что мы, смотрите, окно открывать не можем. Да, третий сюжет немножечко по-другому заточен. Нам с вами нужно найти какой-то ключ. На этот раз, друзья, я не заметил, ключ лежал на столе. Вот, короче, он. И открываем дверь. Так, погодите, нету двери. Все-таки вот эту вот дверь нужно открыть. Да, все, друзья, открываем эту дверь и смотрим видос, друзья. Мы его посмотрим, потому что, может быть, кто-то на этом канале не видел вот такое вот превью. Превью к третьей части, друзья. Я даже буду молчать. You don't release it? Jeez, I'm gonna fry your brain with this shotgun that I made myself. Превьюшка, кстати, здесь довольно-таки долгая, ребята. Долгая, но интересная. I don't remember the names of all the children I captured, you idiot! Stupid boy! You have the guts to face me, huh? But you're not fat enough to be useful to me. Wait a second. There's an easy solution. Я так понимаю, что этот клоун, он любит ловить только толстых детей. Поэтому он, смотрите, друзья, что будет. Он сейчас его просто откормит. Что ты наделал? О, это довольно-таки вкусное мороженое. Действительно вкусное. Смотрите, друзья, он начал толстеть. Капец. Прям толстеть на глазах, да? Hello, Chappy Boy. Друзья, я не понимаю, он что, поедает этих детишек или что, этот монстр? Так, ну все, в принципе, эпизод закончен. Давайте начинать играть. Итак, первая миссия. Что нам нужно с вами сделать? Ну как, не первая миссия, а первые действия наши. Тут нам нужно спрятаться в фургон, как обычно. Все, мы с вами спрятались в фургон. А че он не вышел? Друзья, че этот клоун не вышел? Он должен выйти, по идее. Почему он не вышел? Давайте еще раз спрячемся. Может быть, какой-то глюк? Я не понимаю просто. Он должен выйти и уронить блокнот свой. Так, я взял пушку. Давайте спрячемся. Ну уже, выходи. А, все, друзья, он вышел, в принципе. Но только блокнотик он не уронил свой. А как так вообще, я не понимаю. Давайте мы его, короче, из пушки выстрелим. Давайте разочек вот так вот. Оп! Давай, 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 ну же, блин, блин, он меня поймал, капец. Печально, конечно. В прошлой серии, друзья, было немножко по-другому, когда я вот играл. Я, получается, только раз играл в эту игру. И он, по идее, должен был выйти, когда я залез в ту будку. Я не знаю, почему он не вышел, ребята. Реально какой-то глюк, наверное. Так, нужно выходить отсюда. Вот. Стоп, 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 закрываем дверь. Неужели он сюда зайдет?
Он зайдет сюда? Ребята, он сюда заходит? Блин, что? Что, капец? Так, нужно наверх подниматься. Нужно подниматься срочно наверх. Или либо выбегать. Ребята, давайте мы выбежим. Так, и в будку прячемся. Все. Мы с вами спрятались в будку. По идее, мы от него спрятались, друзья, да. Мы от него спрятались. Теперь давайте мы откроем все-таки эту штуку. Смотрите, что здесь нужно сделать. Ее нужно сломать. Открываем. А, тут уже, кстати, есть. Тут уже, кстати, есть то, что нам нужно. Карта, она уже, оказывается, была здесь установленная. Так, ладно, давайте мы поедем с вами в лагерь. Почему бы нет? Все, погнали в лагерь. Получается, что карта была уже в машине. Ну, из-за того, что я уже играл разочек в эту вот игрушку. И мои действия сохранились. Так, это лагерь, да? Крест какой-то. Так, это подсказки, ребятки. Так, карта сокровищ. То есть нам с вами нужно... Нужны сокровища, то есть... А, подожди. И лопату нужно, наверное, найти. Ну ладно, давайте будем выходить. Смотреть, что здесь вообще нужно делать. Так, ну, конечно, очень сложно делают эти вот игрушки. Они безумно сложные, эти айскримы. Так, тут... Должно быть что-то в палатках, мне кажется, ребятки. Так, а я могу залазить в палатки? Да, я могу, в принципе, залазить в эти палатки. Я могу прятаться от клоуна. Вон, кстати, он там, он лазит. Тот глупый клоун. Так, эта штука открывается? О, да, эта штука открывается. Ничего себе. Ладно, лезем дальше. Ребята, а что тут у нас есть? А фонарь я могу брать? Нет. Это что? Тут ничего нету. О, можно вылезти на домик? Прикольно, ладненько. Давайте вылезем на этот домик, посмотрим. Что тут есть у нас? Так, вылазим повыше. Да, блин, вылазь повыше, говорю. Так, все. Мы вылезли с вами. Так, а, надо ключ, ребята, надо ключ найти. Так, где мне ключ вообще этот найти, а? Так, ладно, спускаемся тогда отсюда. Как спуститься? Вот так вот спуститься, да? Ну, хорошо. Давай, 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 спускайся. Блин, а что он поднимается? Я не понимаю. Ну что, меня нашел? Этот клоун меня нашел или что? Почему играет тревожная музыка? Где он вообще, а? Он что, возле меня лазит где-то, ребята? А, блин, реально он тут сидел. Ой, ну да и ладно. В принципе, я проиграл, друзья. Кто уже играл в эту игрушку, вы можете, в принципе, написать в комментариях, что здесь нужно делать. Ребята, ну а на этом свое видео я буду заканчивать. С вами был я, Алексис. Всем удачи, всем пока.